данной ситуации все четко прописано в положении прецедентов. Сказку и иные перетанцовка. Аналогичная ситуация на суперфинале произошла и в прошлом году. Тогда грант на 200 тысяч рублей взял коллектив из Самары «Задумка». Традиционно в состав жюри не входят оренбургские представители, но коллективы нашего города приняли активное участие в ассамблее. Номинантами на гран-при стали коллективы «Сказка» Иванова, «Грант», «Инея», «Жемчужинка» и «Степ-дэнс» город Оренбург. Ну, мы стараемся в этом городе поднимать творчество, поднимать такую культуру, как степ. Вот. Ну и, в принципе, просвещать народ, и чтобы люди более оккультуривались и становились талантливыми и творческими людьми. Пару слов о проекте, в котором ты сейчас участвуешь. Международный проект, который проходит на Украине, в Киеве, «Танцуют все» называется. Сейчас я участвовал, прошел пока что в топ-100 лучших танцоров страны. За время проведения ТЭВИ в этом году все члены жюри традиционно дали свои мастер-классы, а также провели круглый стол с преподавателями, где было отмечено разнообразие направлений и своеобразие каждого участника. Сам формат фестиваля очень интересный. Тогда люди не ограничены ни в каких номинационных вариантах, когда они соревнуются независимо от стиля, направления, соревнуются именно своим качеством и умением. Общаться со сценой, со зрителем, с образом, который ему был дан. Это очень интересно и это правильно. Сегодня были номера с такой очень интересной, тонкой иронией, с совершенно обезбашенным настроением местами. Это было красиво и невлобешно, на мой взгляд. Оренбург стоит на первом месте по развитию дополнительного образования в России. Этот фестиваль подтвердил это первое место, в общем-то. География проекта с каждым годом растет. На фестиваль в этом году прибыли коллективы из Индии, Белоруссии, Казахстана и Латвии. Танец – это жизнь. А сколько уже занимаетесь? Очень много. С детства. Все, совсем с садика, все да, пришли, садика. И в одном коллективе уже очень много лет танцуем, в очень дружном, семейном коллективе. Да, у нас не коллектив, у нас семья. Мы танцуем в стиле данс-шоу, это когда смесь театра, акробатики и современного танца. И каждый танец – это как небольшое представление у нас идет. Мы делаем большие концерты до 2 часов одним коллективом своим, где совершенно разного типа направления танца. Обладатель гран-при Международной танцевальной ассамблеи «ТЭВИ Данс Гран-при 2016». Илья! Мы переволновались, мы стояли, волновались, из-за этого уже тряслись руки, эмоции уже все. Вливаюсь в образ, например, я, и просто пытаюсь кайфовать от танца и уже как ученый себя вести в этом образе, например. Вы знаете, много было сказано, что многих мы своими работами вдохновили, это очень приятно. Вот, значит, мы что-то свое набрали, а теперь какая-то дуга между нами произошла, по которой вот эта вся энергетика льется к людям, и которые от нас, от нашего творчества вдохновляются. Это очень приятно услышать такие слова.